Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео посвящено у меня покупке новых питомцев. Был в Кропоткине на ярмарке, рынке, на базаре. Вот в этих коробках привез два вида новых кур. Вот тряпки здесь, видите, застилал в багажник. Прямо в багажник там застелил. Сейчас потом надо будет еще попылесосить, тут все помыть. Тут, в принципе, чисто, но тем не менее. В общем, заслал две клеенки, потом дарнит, чтобы, если что, не промокло, ничего никуда. Ехал с открытым багажником. Ну, вот так просто сделал. И багажник был не закрытый. В принципе, куры не упарились. Сейчас будем открывать. Хотел немножко другое видео сделать, ну типа как заехал, как с багажника достал, но, друзья, у нас сегодня очень-очень жарко, прям вот мокрый весь. Только с машины вылез, там кондиционер был, и буквально 2 секунды уже я... В общем, жарко, я не стал курицу издеваться над курями. Быстренько их с багажника в тень поставил, значит, сейчас я потащу их к курятнику, там будем открывать, показывать, что за сорт. В общем, это кросс получается, не порода, а кросс, если я правильно говорю. Вот, смотрите, название записал на коробке. Уран и Минорка. Взял 10 тех, 10 тех, посмотрим, кто как будет нестись. Возраст 4,5 месяца, то есть через 2-3, ну, примерно через месяц должны занестись. Крупное белое яйцо. У Линорки будет крупное яйцо белое, а у Урана яйцо немножко потемнее. Итак, сейчас все это вытащим, покажу, расскажу поподробнее. Итак, друзья, мы сейчас перед курятником. Здесь у меня ранее уже бегают, ранее приобретал я доминанта, взял черного, дымчатого и красного. Вон они там ходят. Сусикс у меня есть. Вот они, сусикс. Вот сусикс. Там дальше доминанты, то есть уже подрастают, на днях тоже должны будут нестись. Ну и мои вот это два петуха и 15 кур, это адлерское серебро, в принципе, всегда я с ними работал, так сказать, или всегда мы их держали, зарекомендовали себя хорошо, а вот будем сейчас пробовать новые кроссы. Ну сейчас давайте откроем коробки и посмотрим, как доехали куры. Друзья, повторюсь, взял два новых вида, Уран и Минорка. Как я их приметил, у Урана гребни поменьше, а у Минорки гребни побольше. И еще чем... Вот видите, птичка напугана. Ну, они как бы напуганы, то, что ты коробки машу туда-сюда. В общем, что я хочу сказать. Минорка, у нее тушка поменьше. Яйцо крупное, тушка поменьше. То есть, когда она отнесется, допустим, 3 года отнесется, как продавец сказал, то тушка будет ни о чем. А у Урана тушка хорошая, тушка мясная, тушка там, в принципе, все нормально. А яйцо также несет хорошо, как Минорка. И значит, крупное яйцо, как у Минорки. Сейчас вот я их пооткрываю. Они у меня разбегутся по всему двору. Ну, ничего страшного. Вот это, по-моему, Уран. Да, вот. В общем, пока на вид я не вижу разницы. Там продавец объяснял. В общем, кто крупнее, кто толще, тот Уран. А кто похудей, тот Минорка. Ну, такие нормальные, спокойные куры. Вон у них помет. Видите, помет нормальный. Жопы чистые, хвосты чистые. Как мне старики учили там на рынке, говорят, ты всегда смотри задницы, чтобы были чистые. Ну вот они, смотрите, повыходили, клювы пооткрывали, жарко. Сейчас я их аккуратно всех пооткрываю и откроем центральный вход. Они наверняка будут моих кур бояться. Ну ничего страшного, померятся, я думаю, быстренько. Мои куры спокойные, хорошие. Я думаю, они новеньких быстро примут. Сейчас воды налью. Так, пойду сейчас. В общем, друзья, вот такое видео, вот такой будет обзор. А вон там бутылку разлили, вода потекла. Вон, смотрите, вода потекла, они на нее смотрят. Что это такое потекло? А ума не хватает попить. Да? Уже вон полбутылки вытекла.
В общем, что хотел сказать. В общем, в хозяйстве пополнение. Куры появились новые, белые. Будем постепенно снимать отчет, что, как, когда занеслись, как переехали, как стресс перенесли, чем будем поить, чем будем кормить. Все это будем обговаривать. Так что, кто что знает, пишите. Буду рад любому совету дельному. Ну, смотрите, обращу внимание, вон трава растет, курица что-то траву не особо клюет. Мои уже к траве привыкшие. Ну, в общем, друзья, вот такое у меня пополнение сегодня. 20 штук здесь. 20 штук, возраст 4,5 месяца, цена... Цена 380, по-моему. Да, 380. В принципе, курочки неплохие, хорошие, ухоженные. Я у этих ребят брал... доминантов и Сусикса 2 месяца назад. Ну, вообще классно. Тьфу-тьфу-тьфу. Все куры прям переехали, и никто не заболел, никто не упал на ноги. То есть мне понравилось. Поэтому я у них снова взял. Ну, конечно, за мои былые заслуги, то, что я у них приобретал ранее, мне небольшую скидку сделали. Все хорошо, я доволен, ребята довольны. Договорились, будем сотрудничать. Вот теперь придется мне таких курочек приручать. Видите, немножко напуганные. А мои, если я сейчас открою, посмотрите, мои практически ручные. Сейчас проэкспериментируем. Пойду кукурузу возьму, сыпнем кукурузы, посмотрим, будут они ее клевать или нет. Кукурузу. Царицу полей, как говорится. Друзья, ну вот я притащил кукурузы. Посмотрим, как птица отреагирует на кукурузу. Ну, вон я кинул. Что-то как-то ноль эмоций. Блин, ноль эмоций. Кукурузу не знают, но будут знакомиться. Ну, я, конечно, им буду молоть, но все равно. Сейчас я вам покажу, как мои птицы на кукурузу реагируют. Сейчас я тут пройду потихоньку, чтобы не напугать. Тихо. Они, видите, сами себя пугают, а у меня тут уже петухи нервничают. Я хочу вам показать, как мои птицы реагируют на кукурузу. Смотрим. О, видали? Петух раз пришел, всех позвал, и все классно. Две секунды не прошло, все склевали. Пожалуйста, друзья. Видали, красота какая? В нашем хозяйстве живут не только ручные, волнистые и карелы. У нас еще и петухи ручные. Вот, кстати, прошлых 2 месяца назад приобретал. Ой, вылетело с головы название породы. Доминанты. А вот это сусиксы. Ну, больше всего прикольно кормить петуха с руки. Смотрите. Вот так вот. А другой петух у меня особо так не идет на контакт. А вот этот хороший. Я специально его с детства кормил с рук, потому что, говорят, адлерское серебро, у них петухи, в принципе, петухи агрессивные, и поэтому я вот решил, думаю, буду кормить, чтобы не кидался ни на меня, ни на детей. И теперь бывает, дети приходят, также с рук кормят, очень классно. Ну, это непередаваемое ощущение. А вот курица, смотрите. А тут и курица ручная получается. В общем, ребятки, не забываем подписываться на канал. И еще, кстати, хочу сказать, почему вот это вот все, у меня тут куры, все дела. Канарейки, в основном канарейки, они очень любят куриные яйца. И как бы все знаем, что кормление птенцов, когда появляются малыши канареек, это все, самая основа, это куриное яйцо. Так вот, многими заводчиками канареек замечено, сделали выводы, обсудили, поделились опытом, допустим, на выставке. И пришли мы к единому мнению, что канарейки лучше едят куриные яйца домашние. Ну и поэтому думаю, заведу-ка я курей. Ну, завел я вот это адлерское серебро изначально. Затем думаю, а почему канарейки едят, так и мы не против. И я люблю, и семья вся кушает. Сколько блюд. Яйца вареные, яйца пареные, яйца жареные. Омлеты, пирожки из яиц. То есть и в торт, и куда угодно, и в пирожное, и в тесто, и на блины. Везде нужны яйца. Ну, поэтому думаю, надо бы немножко больше сделать курей, чтобы не только канарейкам. Сделали мы больше курей.
Ну а потом столкнулись с тем, что курам надо покупать корм. Корм нынче дорого стоит. А чтобы куры сами себя покрывали, надо сделать так, чтобы были излишки. Излишки яиц, которые можно будет продавать. Тем самым куры стали самоокупаемые. При этом мы имеем полезное, вкусное куриное яйцо. Полезное, вкусное куриное яйцо. Там, вон, видите, два кролятника стоят, там располагаются у меня кролики. И все, что у кроликов в кормушке высыпается, курочки с удовольствием доедают. Так что, друзья, всего вам хорошего. Кормите кур с рук. Пусть будут у вас они ручные, здоровые, крепкие. До скорой встречи. Продолжение следует. Хозяйство будем расширять. И потихонечку вас будем со всеми знакомить. Вот так вот. Все, до скорой встречи. Thank you.